грусть, страдание, самый ад, все в красоту она преобразила. Я угадал будущую знаменитость. Его уж нет. Как опустел весь белый свет. Он не вернется. Скажите, Григорий Антонович, что за человек Великатов? Очень богат. Великолепное имение, свекло-сахарный завод, да конный, да еще, кажется, винокуренный. В театре всех по именам знает. Даже суфлер и бутафор. Всем руку подает. А из молодых он, кажется, никому особого предпочтения не дает. С этой стороны, князь, будьте покойны. Он вам соперник не опасный. Будь в небесах, небо Донга Панчелевна. Бенефист у нас будет, и после бенефиста все тебе отдадим. Петр Иванович. Иван Семенович. Мартин Прокофьевич. Здравствуйте, Иван Семенович. Вы это видите? О, Боже! Иван Семенович! Нина Васильевна! С твоей тоской я должен объясниться. Не отрицай мои права. Иди, сбери умнейших из твоих друзей, и пусть они рассудят между нами. Что долгу, туда руть, сюда два. Нет нам с тобой, Саша, счастья. Нет. Куда? Малуга! Куда? Капыш, могу деньги! Так таких чего ожидать, кроме безобразия? Так не кинь, Саша, а жизнь-то наша с тобой не сладка. У меня, маменька, бенефис из головы не идет. Ну, а каков еще сбор будет? Вот зимой бенефис брали, всего 42 с полтиной в очистку-то вышло. Теперь ярмарка, сотни, две, три, все возьмем. Платья нет, вот беда. Где мой Вася? А ты кто такой? Зачем ты здесь? Он за мной пришел. Это мой жених, мой учитель. Учитель? О, Фелли, чему же он тебя учит? Всему хорошему.
Ну, давай руку. Я сам тоже учитель. Учу Васю, богатого купца. А позволено ли мне будет спросить? Спрашивай. Чему, например, вы учите? Благородству. Предмет серьезный. Я думаю, это не то, что твоя география какая-нибудь. В этом случае пойдем в буфет, выпьем и, разумеется, за твой счет. Ну уж извините, на этом поприще я вам не товарищ. Саша, Саша, Александра, Офелия, к нам, к артистам, в Храмус. Кого ты водишь с собой? Да пойдемте, вы будете пить вино, а я стакан воды выпью. Пошел ты к черту. Уберите его. Где мой Вася? Здесь, Вася. Что тебе? Ну что? Где ты, братец, пропадаешь? Да ты говори, что тебе нужно? Да ты любишь меня или нет? Ну вот еще разговаривай. За что ты меня любишь? За то, что у нас в доме безобразие, а ты талант. Так мне ж твое уважение, братец, нужно, разве не понимаешь? Покорнись, прошу, пожалуйста. Не проси. Итак, выпью. Не надо много слов. Скажи, пей. Всего только одно слово. А какая мысль глубокая? Вот ты просила меня учить тебя жить. Как же я стану тебя учить? Не лекции же читать. А вот ты мне говоришь, что ты чувствовала, говорила, делала. А я говорю, как надо чувствовать, говорить, поступать. Так постепенно ты и улучшаешься. И со временем будешь... Что буду, милый? Совсем хорошей женщиной. Такой, какой надо, как ничей требуется от вашего брата. Я и так много лучше стала. Я сама это чувствую. А все тебе обязаны, голубчик. За него, коли место хорошее получено. Парень смирный, Саша его любит. Любит, она его любит. Кинжал в грудь по самую рукоятку. О, что больно строго. Без сожаления. Да что в самом деле, по театрам-то трепаться молодой девушке. Да ведь твоя дочь талант, она рождена для сцены. Для сцены-то для сцены, точно. Она еще маленькая была, так бывало не вытащишь ее из театра. Стоит за кулисами-то, все трясется. Ей только на сцене и место. Так ведь это страсть. Пойми ты, страсть. Сама же говори. А хороша бы и страсть. А я держу свою дочь на замужней линии. О, невежа. Вот невежа. Ах, извините, господин артист. А ты что за барин? Я барин. А. Я человек образованный. Я был богат. Здешний-то театр был мой. Твой? Значит, тебе в этом театральном деле счастье Бог не дал, что ли? Счастье? Да я не знал, куда девать счастье-то. Вот сколько его было. Я люблю театр, люблю искусство, люблю артистов. Театр отделал заново, собрал хорошую труппу. Есть ли сбор, нет ли, я всем платил большое жалование аккуратно. Ну, а что ж потом-то? А потом,
Гаврюшка снял мой театр. Гаврил Петрович, он принес здешний. Он самый. Он у меня писарем был. Роли переписывал. Ах ты, Баркай. На-ка вот, отдай. Это я сам переписывал для нее. Господи, это что же это за парад такой? Небось, за ленточку-то последний двугривенный отдал. Да хоть и последний. Так и должно быть, потому что я в нее влюблен. Ах, батюшки, час от часу не легче. Да ведь ты старик, какой ты еще любви захотел? Ты думаешь, коли человек влюблен, так сейчас гам и съел? Из тонких парфюмов соткана душа моя. Да где ж тебе это понять? Никак князь подъехал. Тулебов? И то он. Ох, кинжал в грудь по самую рукоятку. А, вот мы и съехали, Сераклий Стратоныч. Ну что ж, здесь не тесно и для двоих. Хорошо это. Как ты скажешь, хорошо? На старости лет вздумал. Адье, мадам. Адье, бусью. Но во всяком случае один из нас лишний. И этот лишний я. Уступаю вам место без боя. До свидания, князь. Пошел. Дома нет ваше сиятельство. Уж извините. Ну ничего, я подожду, подожду. Уж извините, ваше сиятельство. Билет на бенефис. Так точно, ваше превосходительство? Достаточно. За глаза, ваше превосходительство. Только вы с ней повежливей. Все-таки служительница мус. Мизерно. Хорошенькой актрисе нельзя так жить. А где же удобнее, как не у молодой актрисы, отдохнуть, так сказать, от бремени забот. Уж это очень мудрено для меня, ваш сеть. Я вас дождался, моя радость. Извините, князь. Только вы уж нам не мешаете. Прекрасно вы вчера играли. Прекрасно. Сколько чувств, благородства. Я не шутя вам говорю. Благодарю вас, князь. Что вы так печальны? Вам надо быть веселее, моя красавица. Извините, князь, с бенефисом все хлопочу. Такая мука.
Вам рано еще задумываться. Старайтесь развлекать себя, утешать чем-нибудь. Вот мы сейчас с вашей матушкой говорим. О чем, князь? Разумеется, о вас, мое сокровище, о ком же еще. Нельзя молодой актрисе, хорошенькой девушке такое избежать. Но это неприлично. Вам бы, князь, пожалеть меня. Не напоминать мне о моей бедности. Не горячитесь, не горячитесь, моя радость. Вы вот не дослушаете. Вы сердитесь на человека, который предан вам всей душой. Так нельзя. Извольте говорить, я слушаю. Я деликатный человек. Я никогда никого не оскорблю. Я известен своей деликатностью. Я бы никогда не посмел осуждать вашу квартиру, если бы не имел в виду... Чего, князь? Предложить вам другую лучше гораздо. За ту же цену? Ну, какое вам дело до цены? Я что-то не понимаю, князь. Вот видите, мое блаженство. Я человек очень добрый, нервный. Это тоже всем известно. Я, несмотря на свои лета, сохранил всю свежесть чувства. Я очень рада. Но какое же отношение имеет это к моей квартире? Очень просто. Разве вы не замечаете? Я люблю вас. Лелеять, баловать вас, это было бы для меня наслаждением. Но я должен кого-нибудь ласкать. Я без этого не могу. Ну, подойдите ко мне, мой птенчик. Вы с ума сошли? Ну, грубо, мой друг. Как вы осмелились? Потише, потише, мой дружок. Это что ж такое? Приехать в чужой дом и ни с того, ни с сего затеять глупый, обидный разговор. Да какая же тут обида? Это вы меня обижаете? Да-да. На все есть приличная форма, сударь. Не нравится вам мое предложение? Вы все-таки должны были поблагодарить меня и высказать свое нежелание учтиво. Ах, оставьте меня, пожалуйста! Не нужно мне ваших нравоучений! Я сама знаю, что мне делать. Сама знаю, что хорошо, что дурно. Ах, боже мой! Да не желаю я вас слушать! Чего же вы кричите? А чего ж мне не кричать? Я у себя дома! Кого ж мне бояться? Прекрасно! Только помните, моя радость, что я обиды не забываю. Хорошо, хорошо, буду помнить. Билеты мне не присылайте, я не поеду на ваш бенефис. Мне некогда. Честности одной мало. Надо быть поумнее и поосторожнее, чтобы потом не плакать. Негина нам не годится, говорю вам. Вы обязаны угождать благородной публике. Светской. А не Райку. Ну, а нам она не по вкусу. Слишком проста. Ни манер, ни тону. Ну, гардероб не имеет хорошего. А талант большой. Ну, талант. Много вы, мои милые, понимаете? Извините, ваше сияльство, но ведь муж судим по карману. Делай сборы большие, так и талант. Материалист. Ну да, конечно, вы материалисты. Совершенно справедливо, изволь сказать, ваше сияльство. Мы материалисты. Вы не понимаете этого тонкого, ну как бы это сказать, шика. Этого шику. Да вот в прошлом году выписал знаменитость шиком на великосветские роли. Ну и что ж? Убыток, ваше сиятельство, ни красы, ни радости. Красы не было. Ну как это возможно сказать? Как это можно позволить себе сказать, что красоты не было? Виноват, ваше сияльство, краса действительно была. Ну, бывал, вау. Когда она одевается, так вся трупа подле уборной стоит. Ну вот видите, и радость тоже. И радость для вашего сиятельства, а для меня горе. Ну да. А? Ты каламбурист! А я вам вместо Негиной выпишу актрису настоящую. И собой уж мое почтение. Пальчики оближешь. Эх, не пришлось бы кулаком слезы утирать ваше сиятельство. Ты каламбурист. Актриса, я вам говорю, прелесть. С
цена, ваше сельство? Ну, цена, конечно, подороже. А из каких доходов, ваше сельство? Дальше. Где взять, прикажете? Разве из полу? Как это из полу? Пополам, ваше сельство. Половину жалования вы, половину он. Ну, пожалуй. Онегина нам не годится. Ну, какая это первая актриса? С ней скучно, мой милый. Вот посмотрите, господа, в бенефис у нее сбору совсем не будет. Что делать? Уж если так угодно вашему сиятельству, я с ней контракта не возобновлюсь. Ну вот и прекрасно. Контракта с ней не возобновляйте. Так их и надо учить. Вперед умнее будут. Совершенно с вами согласен. Не могла ты подождать? Ну, после бенефиста брони сколько хочешь, я тебе слова не скажу. Да я и не бронилась. Я только сказала, чтобы он оставил меня в покое. Вот и глупа. Ты бы как можно старалась учтивее, мол, ваше сиятельство, мы завсегда вами очень довольны, завсегда вами благодарны, только подлости в таких мы слушать не желаем. Мы, мол, совсем напротив того, как вы об нас понимаете. Вот как надо сказать. Ах, оставьте, не учите, пожалуйста. Уйдите! Вот еще уйдите. Да уходи сама, тут тебя со мной тесно. Великатов! В первый раз к нам, а у нас тут... Не беспокойтесь, сударыня, мамзель Негина. Обращение не хуже вас знает. Только я тебе это припомню. Смельской с ним? Да, вот люди умеют же. Пожалуйте, пожалуйте, Нина Васильевна. Гости к вам привезла, Иван Семенович Великатов. Ах! Очень приятно познакомиться. Давно я вас знаю. В театре часто видала, а познакомиться не приводил. Здравствуй, Саша. Я собиралась к тебе, у шляпку надела. Иван Семенович заехал, но и увязался за мной. Ты не сердишься? Она ведь у нас затворница. Я очень рада. Вам бы давно догадаться, Иван Семенович. Не смел, Александра Николаевна, ведь я человек робкий. Да уж, робкий, похоже. Скажите, лучше гордый. Вот уж, а ты напрасно. Гордости этой в них совсем нет. Совсем нет, Домна Пантелеевна. Я люблю правду говорить. Я тоже, Домна Пантелеевна. Садитесь, Иван Семенович. Не беспокойтесь, делайте одолжение. У вас, наверное, какие-нибудь дела есть. Я с Домной Пантелеевной... побеседую. Курочки-то это ваши? Которые? А вот кахельхинские. Нет, где уж нам кахельхинских-то разводить? Были две гелянки да две шпанки, а петух русский. Орел, а не петух. Да всех разворовали. Не знаю, что и делать. Как быть-то? Да ты бы... Петр Егорыч идет. Да что вы там шепчетесь? Мне ж это учтиво. Не мешайте им. Да ведь... Я знаю... Про что они говорят? О тряпках. Для нас с вами тряпки пустяки, а для них важное дело. Платьишка нет, бенефист. Да и денег-то. Ну вот, видите? Позвольте вас познакомить. Петр Егорыч Милуза. Иван Семенович Великатов. А знаете ли, Иван Семенович, ведь Петр Егорыч студент. Он жених Саши. Очень приятно с вами познакомиться. Что ж тут приятного для вас? Ведь эта фраза «познакомились, так и будем знакомы», вот и все. Совершенно с вами согласен. Очень много говорится пустых фраз. Но то, что я сказал, извините, не фраза. Мне приятно, что артистки выходят замуж
за порядочных людей. Да, коли так, благодарю вас. Извините, что мы вас оставляем, но я знаю, что вам не будет скучно. Вы будете разговаривать с образованным человеком. Это не то, что с нами. Пойдем, Нина. Маленько. Книжки и тетрадки. Да учимся понемногу. Это довольно затруднительно учить роли и грамматику вместе. Да, удобств больших не представляю. И успехи есть. Некоторые, так сказать, относительные. Честь вам и слава. За что же слава-то, например? За благородные намерения. Кому же в голову придет актрису грамматики учить? Вы смеетесь, может быть? Нисколько. Помилуйте, я очень люблю молодых людей. Уж будто. Очень люблю их слушать. Такие благородные, высокие замыслы. А кто же вам мешает иметь благородные, высокие замыслы? Нет, где же нам? Помилуйте. Нас проза жизни одолела. И рад бы в рай, да грехи не пускают. Все это душа моя не годится. Да что вы называете благородными-то замыслами? А такие замыслы, в которых очень много благородства и очень мало шансов на успех. Да как же быть-то, ведь нельзя же. Поедемте, Иван Семенович. К вашим услугам. Честь имею, кланяться, Домна Пантелеевна. А как вы на мою тетеньку похожи? Да уж, зли! Такое сходство, чуть не назвал вас тетенькой. Да зовите! Зачем же дело стало? Ну, едемте. Прощай, Саша. Какие у вас лошади? Вот бы прокатиться как-нибудь. Только прикажите. До свидания, тетенька. Мельская-то катается, а мы пешочком ходим. Завидовала. Кому ты можешь завидовать, милый, в чем? Да, только ты не сердись. С Мельской, что она так весело живет, катается на таких лошадях. Дурно. Знаешь, что дурно. Надо что-нибудь одно, Саша. Мы с тобой хотим честную трудовую жизнь вести, так о лошадях ли нам думать? Да, конечно. Ведь и в трудовой жизни есть свои удовольствия. Петя. Ведь бывают, Петя, убивают. Еще бы. Ты у нас пообедай, потом я тебе роль почитаю. Так и проведем целый день вместе. Будем привыкать к тихой семейной жизни. Бесподобно. Саша! Нина. Ой, вот, Саша, на! Это Иван Семенович купил нам по платью. Это тебе, это мне? Да какой же он имеет право делать подарки Александру Николаевичу? Оставьте, пожалуйста. Это за билет в бенефис. А вам за что? А вам какое дело? За то, что любит меня. Именно то, что мне нужно, Нина. Ах, как мило. Ведь я выбирал, мы едем, Саша, едем скорее. Куда? Кататься? Я на лошадях Ивана Семеновича. А потом обедать в вокзал. Деликатно звался труппу. Хочет проститься со всеми. Он скоро уезжает? Право, я не знаю. Да что ты помилуй. Должна же ты поблагодарить его. Весьма любопытно, как вы поступите в данном случае. Знаете что, Петр Егорович, я думаю, что мне надо ехать. А то неучтиво. Можно выражать против себя всю публику. Князь уж сердится, да и Великатов может обидеться. А когда же мы будем к тихой семейной жизни привыкать? Это уж после бенефиса.
Ну, собирайся, Саша. Нет, Петр Егорович, я поеду. В самом деле отказываться нехорошо. Как вам угодно, это уж ваше дело. Тут не в том дело, угодно ли мне. Может быть, мне и не угодно, а необходимо ехать. Ну, конечно, необходимо. И рассуждать нечего. Я сейчас. Да вы уж не ревновать ли вздумали. Так не беспокойтесь, он через день уезжает, да и я не уступлю вас, Саша. Вы меня извините. Я ни таких подарков, ни таких отношений между мужчинами и женщинами не понимаю. Да где же еще вам понимать? Ведь вы и жизни совсем не знаете. Вот, поживете между нами, научитесь все понимать. Прощайте. Петя, ты приходи к нам вечером. Мы будем учиться, я буду умница. Я тебя буду слушаться всегда и во всем. А теперь прости меня. Ну, прости, милый. Ну что ж, зашагаем ко дворам. Репетиция, господа, на сцену. Мартын, поди сюда. Ну, пришел сюда. Репетиция. Репетиция. Где мой Вася? Где мой Вася? Мартын, у тебя деньги есть? Не крейсера. Скверно, займи, поди. У кого прикажете? Ну, люди, люди. Да, уж действительно. О, люди, люди. Мартын, и ты возроптал. Какая-то гнусная, дьявольская. Интрига затевается. Где? Против кого? Против Александры Николаевны. Кто он? Скажи ему от меня, что он будет иметь дело со мной, с Ростом Громиловым. О, ничего ты не сделаешь. Бей туда. Эх, эфиоп. Офелия, удались от людей. Гавриил Петрович. Назначь фуфу со Смельской накануне моего бенефиса. Виноват некогда-с. Твое положение очень неприятное, я понимаю. Только я тут ни в чем не виновата. Нина Васильевна, начинаем. И этот почтеннейший во всех отношениях человек, отличный семьянин, я повторяю это, пожелал осчастливить своей благосклонностью девицу. И именно Негину, что тут дурного, я вас спрашиваю. Он очень учтиво ей говорит. Хотите, душенька, идти ко мне на содержание? Она изволила обидеться и расплакалась. Нет, позвольте, князь, я продолжу немножко. Оказывается, господа, тут посторонние влияния. Какое? Ей бы в голову не пришло обижаться. У этой барышни нашелся наставник, студент. И в театр проник. Знали бы свое дело, резали собак да лягушек. А то вздумали актрис просвещать. Ну, как они просветят их в самом деле? Куда же нам тогда с князем-то деться? Уж довольно прошу. Извольте, князь, я кончил. Когда придется Негиной зубы на полку положить, так и выучится приличному обхождению. Совершенно согласен с вами. Гавриил Петрович. А, виноват некогда. А не хватает у вас грации? Грации, меры. А меры ты здесь искусство. Вы не актеры, вы шуты гороховые. Мартын Прокофьевич. Да. Мартын Прокофьевич. Что они со мной делают? Не знаю, не знаю, не спрашивайте меня. Да ведь это обидно, да слю. Не плачьте, вы белый голубь в черной стае грачей. Вот они и клюют вас. Мартын Прокофьевич, поищите Петра Егорыча. Скажите, что он мне нужен. Ла-л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 а-
Богатство у меня немного, стул, стул да зеркальце одно. Есть у меня и муж двурогой, но все заложено давно. Офелия, о нимфа, помяни меня в твоих святых молитвах. Вы, кажется, хотели уехать сегодня. Мне представляется одна операция, на которую я прежде не рассчитывал. Наживо манит. Можно нажить, а очень легко и потерять. Хорошо бы сегодня поужинать вместе. Что же, я не прочь. Князь, как вы? Пожалуй, поедемте после спектакля. Гавриил Петрович! Что вам угодно? Вы все бегали от меня. Будем говорить теперь здесь, при посторонних. Вы отодвинули бенефис до последнего дня, сняли афишу и не дали Александре Николаевне сыграть перед бенефисом. Это ваши поступки. Точно так. Вот и потрудитесь оправдать ваше поведение. Это что же? Допрос? Он хозяин в театре и поступает, соображаясь своими расчетами и выгодами. Насколько мне известно, вы у нас в театре не служите, а посторонним я в своих делах отчета не даюсь. Тем не менее, такие поступки называются неблаговидными. А господин, позволяющий себе подобный образ действий, не имеет права называть себя честным человеком. О чем я имею честь объявить перед публикой? Внимание, значит, вы, госпожа Егина, извольте быть на меня в претензии. Конечно, и вы еще спрашиваете. Так что же вас заставляет служить у меня? Контракт у вас кончается. Да, но ведь вы сами просили, чтобы я его возобновила. Извините, передумал. По требованию публики должен пригласить на ваше место другую артистку. У меня были приглашения от других антрепренеров. Я всем отказывала. Я верила вашему слову. Словам-то вы напрасно верите. Я за свои слова отвечать никак не могу. Идиот! Офелия, удались от людей. Куда ж мне теперь? Я и не знаю. Иван Семенович. Иван Семенович, вы не уедете до завтра? Нет, еще не уеду. Значит, будете в театре? Непременно. Только вы этого на свой счет не принимаете. Он остается не для вашего бенефиса. У него еще не кончены дела, есть в виду какая-то операция. Действительно есть. Эта операция не секрет, господа. Я не скрою от вас. Я хочу купить бенефис у Александры Николаевны. Может быть, и наживу что-нибудь. Как? Вы хотите купить мой бенефис? Вы не шутите? Нисколько не шучу. Это еще новая обида, новая насмешка надо мной. Как вы цените ваш бенефис? Я ни во что его не ценю. Что вам угодно получить за него? Он ничего не стоит. Угодно вам получить 350 рублей? Я не могу. Это много, это подарок.
А я не желаю получать подарков. Это не в моих правилах. Как приятно слышать такие речи от молодой артистки. Сейчас видно, что у вас есть хороший руководитель. Человек с честными и благородными убеждениями. Александр Николаевич, когда Иван Семенович берутся, так у вас завтра вся ярмарка будет. Я 50 рубликов накину. Угодно взять 400 рублей? Нет, извините, я не уступлю. Я предлагаю Александре Николаевне 500 рублей. Шабаш, дальше не пойду. Цена настоящая. Эх, ваше сиятельство. Позвольте в долю войти. Пожалуйте, 2 дельтажа и дюжину кресел. Возьмите у кассира. Да скажите ему, чтобы все оставшиеся билеты, исключая верхних, доставил мне сейчас же. Извольте получить. Тут 100 рублей. Точно так, с расчет. Я еще не получил вашего согласия, Александра Николаевна. Как мне поступить, Петр Егорович? Я не знаю. Ну, как вы скажете, так я и сделаю. И я не знаю. Покуда, кажется, все в законных формах. Соглашайтесь. Я согласна. Благодарю вас. Я наживу. Я должен вас благодарить. Билеты и деньги кассир сейчас принесет. Я еще взял 10 кресел по 5 рублей. Извольте получить. Недорого ли это? Ничего недорого. Завтра у меня первый ряд по 10 пойдет. Да на подарок беру по 10 рублей с рыла. Вася, спрашивай шампанского. Разве нужно? Ты поступил благородно. Надо же тебе поздравить, братец. Позвольте вам предложить мою коляску. Предлагаете коляску? И себя, конечно, провожатый. Нет, зачем же? Александра Николаевна поедет со своим женихом. Напрасно беспокоиться. Я привык обходиться без чужой помощи. Это мой принцип. Но его трудно выдержать. Без взаимной помощи люди не обходятся. Вы такой благородный человек, такой деликатный. Я вам так благодарна. Я даже не знаю, как выразить. Я вас поцелую завтра. Очень буду счастлив. Завтра? Это долго ждать, князь. А я поцелую вас сегодня. Сейчас. Готов служить, моя прелесть. Браво, браво. Зачем обижать? Мы честно, благородно, со всем нашим уважением. Саша, Александра, смотри, кто просит тебя. Кто у ног твоих сам Эраст Громила. Ура! Ура! Выпью. А ну, Гаврила Петрович, закрывай лавочку. Как теперь Александра Николаевна уедет, не торговать тебе больше? Баста, калачом в театр не заманишь. Так и запомни. Господина Великатова! Здравствуйте, Домна Пантелеевна.
Здравствуйте, Иван Семенович. Что это вы вздумали? Дело есть, Донна Пантелеевна. Тогда завтра бы, а то поздно неловко как-то. У нас об эту пору мужчины не бывает. Не беспокойтесь, Донна Пантелеевна, я Александру Николаевну дожидаться не стану. А про нас с вами никто дурного не скажет. Ах, вы проказник! Стало быть, тетенька, вам и опасаться нечего. Да какая я вам тетенька? А что ж, разве бы я в племяннике не годился? С чего еще лучше? Совсем молодец. Поискать эдакого красавца. Я вам, Донна Пантелеевна, деньги привез за бенефис. Вот отдайте Александре Николаевне. Благодарю. Вот уж покорно благодарю. Самое это для нас нужное, самое необходимое. Очень на вами благодарны, Иван Семенович. А чаю не прикажете ли? Покорно благодарю. Не могу. Увольте от чаю. Как-то в душу ничего не идет, особенно чай. Так все словно тоска какая-то, Донна Пантелеевна. Все словно я не в себе. Похондрия. Действительно, Донна Пантелеевна, похондрия. Одиночество. Одиночество, Донна Пантелеевна, золотые ваши слова. И разговору больше нет, что одиночество. Изберите подругу жизни. Где взять, прикажете? Женитесь. Возьмите барышню хорошую, да за вас всякое пойдет, хотя бы самого высокого роду. Боюсь, тетенька. Да что вы, помилуйте, чего бояться-то, что тут страшного? Скучнее станет. Ах, нет, это вы напрасно. Как можно? Всем разница, женатый человек, нежели холостой. На фортепианах они очень любят играть, а я этого терпеть не могу. Все-таки музыка. Ну а холостому какое удовольствие? А кроме что выпить с приятелями, никакой другой ему радости нет в жизни. А хозяйство, Донна Пантелеевна? Как вы об этом скажете? Ну, конечно. Ежели кто хозяйство свое ведет. За мной этот грех водится. У меня в деревне домик хороший, комнат в 40. Лошадей довольно. Садик разведен чуть не на версту. С беседками, с прудами. Коли скучно, выйдешь на крыльцо, индейские петухи по двору ходят, все белые. Белые? Ах, скажите, пожалуйста. Крикнешь им: здорово, ребята, а они тебе отвечают: здравия желаю, ваше благородие. Приучены. Приучены. Ну и утешаешься по крышам, по заборам. Павлины сидят, хвосты-то на солнце так и крают. И павлины! Ах, батюшки мои! Выйдешь в парк погулять, по озеру лебеди плавают. Все парочками, Донна Пантелеевна. Да неужто лебедь? Вот рай-то, хоть бы глазком взглянула. Так.
так мы хорошо, приятно с вами, тетенька, разговорились, что расставаться не хочется. Но некогда, извините, дело есть. Уж и я бы поговорила. Такой вы для меня приятный. Эдакого милого, обходительного человека я в жизни не видывала. От бенефису вашего я, Донна Пантелеевна, деньги нажил. Так позвольте вам подарочек предложить. Что же это такое? Платочек. Батюшка, да за что же это? Право, я уж и не знаю, что мне... Да уж я вас поцелую. Уж позвольте, родной мой. Душа моя не вытерпит. Сделайте одолжение, сколько вам угодно. Прощайте. Александре Николаевне засвидетельствуйте мое почтение. Может быть, не увидимся. Барыня, ну как есть, барыня, я его и не сниму теперь. Вот человек-то. Так он был здесь? Да, заезжал и деньги привез. Да что ж он со мной не повидался? Торопился куда-то. Уж не уезжает ли? Судишь, женщина-то, сердце не камень. А какое у него хозяйство диковинное. Что ж мудрёного? Он очень богат. Ну, как же мы теперь с тобой о деньгах рассудим? А что рассуждать-то? Прежде всего, надо долги уплатить. Ну, а что останется, на то и жить. Да немного останется-то, не разживёшься. Смотри, денежки в день, куда и хочешь, туда и день. Да, теперь труднее будет, без жалований-то. А куда поедешь? Кого я знаю? Опять и гардероба у меня нет. Выйти замуж? Так Петр Егорович еще места не нашел. Уж признаться сказать, надоело нищенство-то. Надоело. Да, надоело. Я уж думала-думала, да и думать перестала. Ну, утро вечера мудренее. Завтра потолкуем. Какой букет мне Великатов поднял. Посмотрите. Ну, что букет? Букет как букет. Даром брошены деньги, я так считаю. Нет, вы посмотрите. Да уж, хорош. Нечего сказать. А это что ж такое?
Богатства у меня немного. Пол, зеркальце одно. Есть у меня и муж дурак. Что такое? Нет, погоди. У меня другая есть. Я рад, Петра Егорыча, он мне на подъезде дал. Читай вслух. Что еще за секреты от матери? Да, милый Саша. Похлопочите, чтобы все было хорошо и удобно. Будьте покойны. Душа волна через край, сердце хочет перелить. Ну-ка, прочти другое-то. Да нет, маменька, не нужно. Стыдно. Ну, вот еще стыдно. Мало ли ты получаешь записок, которые читать стыдно. Да ведь читаешь же ты их мне. Ну, мама, соберись с силами. Я принимаю ваши пари. На что спорим? Любые условия ваши. Еду. Я безропно удалюсь, наказанный вашим презрением, за мою дерзость. Ваш Великатов. Мам, да что же это такое? Что он противный пишет? Кто ж ему это позволил? Что позволил? Да так полюбить меня. А разве на это спрашивается позволение-то, глупое? Так бы вот и убил его. Лебеди. Лебеди, говорит, плавают на озере. Ах, да что мне за дело? Саша. Сашутка. Ведь никогда еще мы с тобой серьезно-то не говорили. Вот он, серьезно начинается. Живешь, бедствуешь, а тут богатство. Ах, батюшки мои, какая напасть. Вот соблазн-то. Вот соблазн-то. Ведь только что мы про свою нужду-то раздумывали. А уж что ласки-то в нем, что этой всякой добродетели. Да давай говорить о деле-то серьезно. Вертушка. Серьезно? Об таком-то деле серьезно? Да за кого вы меня принимаете? Разве это дело? Ведь это позор. Ты вспомни, что он-то говорил. Он. Мой милый. Мой Петя. О чем тут думать, о чем разговаривать? А коли есть в тебе сомнения, возьми что-нибудь, да и погадай. Ведь я твоя, чего ты линейчит, вот и конец. Да что ты?
Да как я могу? Это твое дело. Да сохрани меня, Господь. Да меня Бог и люди. Я полюбил вас с первого взгляда. Видеть и слышать вас для меня невыразимое наслаждение. Да, милая Саша, искусство не вздор, я начинаю понимать это. Сегодня в игре твоей я нашел так много теплоты и искренности. Я очень рад за тебя. Мое счастье от вас зависит. А счастье мое, о котором я мечтаю, вот какое. В моей усадьбе есть молодая хозяйка, который все поклоняется, все, начиная с меня, рабски повинуется. После спектакля у тебя, вероятно, будет кто-нибудь, поэтому я к тебе не зайду. Но если ты найдешь минуты 2-3 свободных, так выбеги в ваш садик. Так проходит лето. Осенью мы с очаровательной хозяйкой едем в один из южных городов. Она вступает на сцену в театре, который совершенно зависит от меня. Вступает на сцену в театре. О дальнейшем я не мечтаю. Поживем, увидим. Душа полна через край, сердце хочет перелиться. Ах, бедный, бедный, как я его мало любила. Уж так меня любить никто не будет. Дайте шаль, я пойду. Куда ты? Куда ты? Что ты? Я к Пете. Да, как же дело-то? Уж скажи что-нибудь. Ах, дело. Дело. Ну, завтра. Завтра. Оставим до завтра. А теперь не мешайте мне. Я теперь такая добрая. Такая честная. Какой еще никогда не была. Я, может быть, уже завтра не буду. Ну-ну, как хочешь, как хочешь. Я не знаю. Может быть, я сейчас ворочусь. Может быть, до утра. Но чтоб ни словом, ни взглядом. Да что ты? Разве я не мать тебе? Разве я не женщина? Не понимаю я нечто, что мешать тебе нельзя. Души, что ли, во мне нет? Ну, я иду. Да постой! Покройся хорошенько и простудись. А я все-таки закрывать не стану. Буду тебя поджидать. Пит! Милый мой! Иван! Поезжай в вокзал, скажи, что я здесь остался. Нет, вы не останетесь здесь. Иван, барин сейчас выйдет. Какое вы имеете право распоряжаться? Ну, не прогоните же вы меня. Вы что, хотите ославить девушку?
Вы посетитель райка. Разве вы можете понимать отношения между артистами и публикой первых рядов кресел? Вы посетитель первого ряда. Вы уйдете отсюда. А вы останетесь? Да, он останется. Вам остается только одно. Удалиться. А если долго будете собираться, отправитесь в пространство посредством... Ах ты, Демин. Голубчик мой. Поедем сейчас кататься. На всю ночь. Куда, Саша? Куда хочешь. Куда тебе только угодно. Все. Все в твоей воле. Вот утро. Зачем же ей скрывать от меня? Зачем меня обманывать? Сегодня утром я получил от нее записку. Петя, ты нынче не приходи к нам, сиди дома, жди меня, я сама зайду к тебе вечером. Я потерял память. Что сейчас, утро или вечер, я ничего не помню. Но они уезжают, это верно. Невероятно. Город Брехимов. Поезд стоит 20 минут. Буфет. Господа, Негин уезжает. Провожаю Александру Николаевну, Домну Пантелеевну. Надо, господа, на проводах бутылочку выпить. Я уже приказал подать.
вокзал, так ты бы уехала, не простясь. Мне некогда было. Я ни с кем не простилась. Я собралась вдруг и хотела вам написать из Москвы. Так ты в Москву едешь? На каких условиях? Предлагают очень хорошие, но я еще не решилась. Я тебе оттуда напишу. А как же Петр Егорыч? Ты ему сказала? Нет, он не знает. Ехать бы скорее. Иван Семенович, взяли билет-то? Взял дом на Пантелеевной и всю кладь вашу сдал. Кабы не опоздать, Иван Семенович. Не беспокойтесь, дом на Пантелеевной без меня поезд не тронется. Счастливого пути, Александра Николаевна. Счастливого пути, Домна Пантелеевна. Желаю тебе счастья, Саша. Пиши, пожалуйста. Ни слова. Ради бога, ни слова. Если только любишь меня, молчи. Я тебе после все скажу. Ай! Поехали! Успокойтесь, Донна Пантелеевна, без вас не уеду. Ну, какие вещи прикажете брать? Вон, батюшка, Матрёна, покажи его. Александра Николаевна, первый бокал за ваш талант. Спич! Спич, господа! Послушаем! Я горжусь тем, что первый заметил его. Да и кому же здесь, кроме меня, заметить и оценить дарование? Разве здесь понимают искусство? Разве здесь искусство нужно? Разве здесь... Да проклятие! Кинжал в грудь, по самую рукоятку! Запутался, Мартын Прокофьевич. Нет, я не запутался. Александра Николаевна, за ваш талант. Благодарю вас, Мартын Прокофьевич. Второй бокал за вашу красоту. Браво! Ах, что вы, зачем? Нет, нет. Для меня где талант, там и красота. Берегите его. Растите его. Талант – это лучшее богатство, лучшее счастье человека. Теперь позвольте мне поцеловать вашу руку. Встаньте, Мартын Прокофьевич, встаньте! Довольно, Мартын Прокофьевич, вы расстраиваете Александру Николаевну. Да, довольно, довольно, больше не могу. Скажите, что пора ехать. Еще немножко раз. Прошу вас. А впрочем, как вам угодно. Господа, прошу садиться. Пустите меня вперед! Господа, пустите, а то не поспею. Пожалуйста, налево, пошлите на бок. Пожалуйста, пожалуйста. Удобно. Сядем.
Петя. Прощай. Судьба моя решена. Как? Что? Что ты? Я не твоя, мой милый. Нельзя, Петя. Чья же ты? Что тебе знать? Все равно тебе. Так надо, Петя. Все, что ты говорил, правда. Все это правда. Так и надо всем жить. А нельзя. Вот, видишь ли ты, уж всегда так, уж так заведено. Ну, все так. Что ж вдруг я одна? Это даже смешно. Смешно? Неужели смешно? Да, конечно. А если талант? Если у меня впереди слава, что ж мне отказаться, а? А потом жалеть, убиваться всю жизнь, если я родилась актрисой? Что ты, Саша, разве талант и разврат не раздельны? Да нет, не разврат. Ах, какой ты. Ты ничего не понимаешь и не хочешь меня понять. Ведь я актриса. Если бы я вышла за тебя замуж, я бы тебя скоро бросила и ушла на сцену. Хоть за маленькое жалование. Да только бы на сцене быть, разве я могу без театра жить? Вот это новость для меня, Саша. Новость. Потому и новость, что ты до сих пор души моей не знал. Ты думал, что я могу быть героиней, а я не могу. Да и не хочу. Что ж мне быть укором для других? Вы, мол, вот какие, а я вот какая, честно. Саша, Саша, да разве честная эта жизнь укор для других? Честная жизнь — это пример для подражания. Ну, вот. Значит, я глупа, значит, ничего не понимаю. А мы с маменькой так рассудили. Мы поплакали, да и рассудили. Какие мои силы. А все, что ты говорил, правда. Я тебя никогда не забуду. Не забудешь и на том спасибо. Александра Николаевна, пожалуйте. Сейчас последний звонок. Сейчас, сейчас. Уйдите. Прости меня, Петя. Прости меня. А то у меня никакой радости не будет. Я на колени буду умолять тебя. Прости меня. Не надо, не надо. Саша, живи как хочешь, как умеешь. Хоть как-нибудь уж по-своему сумей найти себе счастье. Так ты не сердишься? Ну вот хорошо. Ах, как хорошо. Только послушай, Петя, если ты будешь нуждаться, напиши. Ну что? Я как сестра, Петя, я как сестра. Ну доставь ты мне эту радость. Как сестра, Петя. Ну чем же я тебе за все добро твое? Пожалуйста, садиться. Сейчас поезд отходит. Возьми на память. Прощай. Напиши, Петя, напиши. Прощай, Петя, прощай, милый. Голубчик. Выходите, Иван Семенович, а то вас сейчас увезут. Пусть завезут, я нисколько не обижусь. До свидания, господа. Это бесподобно. Значит, он их повез в свою усадьбу. Это очень заметно было. Я сейчас догадался. Ты все равно врешь, что провожаю. Чтобы избежать разговора. Он сделал очень умно. Ну, если бы я знал это, я от души пожелал бы Великатову голову сломать.
Куда вы, молодой человек? Или вы, может быть, застрелиться торопитесь? Я вам не помешаю. Стреляйтесь. Ведь студенты при всяких неудачах стреляются. Нет, я не застрелюсь. Что же вы теперь? Опять учить? Это наша обязанность. И опять актрису? Опять влюбитесь? Мечтать будете? Я вас обезоружу. Я сам вместе с вами буду смеяться над собой. Смешно, действительно смешно. Бедняк! На трудовые деньги выучился трудиться. Так и трудись. А он вздумал любить. Нет, этой роскоши нам не полагается. Ах, какой милый. У нас, у горемык, у тружеников есть свои радости. А я вторгся в сферу красивых женщин, в сферу шампанского, букетов, дорогих подарков. Ну как же не смешно? Конечно, смешно. Ах, какой он милый. Вы не обидчивы. А я думал, вы меня на дуэль вызовете. Дуэль? Зачем? У нас с вами и так дуэль. Постоянный поединок. Непрерывная борьба. Я просвещаю, а вы развращаете. Вот и давайте бороться. И посмотрим, кто скорее устанет. Я, во всяком случае, свое дело буду делать до конца!